Это китайский ресторан, который рядом с нами. Такая дикая, не знаю, слива или абрикос, или персик, так вот цветет у них красиво. Вот наш ресторан. Мы сюда иногда ходим, когда у нас праздники. Он такой семейный, и семья держит. Пожилые вьетнамцы, и сейчас их сын перенимает. И вот сюда тоже семейные люди приходят праздновать. Здесь очень вкусно кормят. И очень красивая атмосфера. Посмотрите, какая красивая магнолия. Просто тюльпаны на ветках. Или орхидеи. Очень красивое дерево. Первый раз увидела в Германии. А теперь посмотрите, как выглядит забор у этого участка, у этого дома. Сначала идет прозрачный забор, а потом очень густой кустарник. Птички пищат. Смотрите, вот это маленькие ягнята. Видите? Это маленькие овечки. А вот этот вот хвостик рядом с мамой, он только что сосал маму. Вот овечки маленькие. Кушает свежую травку. Ну, какие хорошенькие малышата. Он тоже насосался молока, теперь травку ест. Тоже овечка. Вот они такие вот очень породистые, у них шерсть особая. В Германии не такие овечки, как в Беларуси. В Беларуси овечки, из которых делали дубленки, шубы для солдат царской армии. И до сих пор так остались такие овечки. В Прибалтике на шерстяные свитера, носки такие, как для рыбаков. А здесь в Германии... Вот такие вот английские овечки с очень хорошей шерстью. Mm-hmm. Вон они маленькие такие. Mm-hmm. Вот черные овечки. А вот тут ягнятки с мамой трое. И еще овечка. Вот такая идиллия. Немножко от поля пахнет. Потому что а там овечки живут. Вот это овечки. Эвелина только что видела куницу, мы ее не успели снять. Ну ничего, тогда хоть овечки. Штайнмардер. Коричневая была? Серо-коричневая? Темная? Темная, но я плохо видела, было темно. Но потому что быстро бежала. Больше некому. Зайца ты отличишь.
это голубь. Вот это черный дрозд, самец, он полностью черный. А самочки у них серенькие, такие коричневые, серо-коричневенькие, как обычные дрозды или скворцы. Совсем разучилась играть в футбол. Это наши дома.